Привет и добро пожаловать на канал Папа Джон Геймс. Мы продолжаем проходить игру Far Cry 5, и это 14-я часть прохождения. Привет, это я. Дети с тобой? Слушай, я только что говорил с Иваном. Ты защитил паству от грешников, и с Божьей помощью мы даем им отпор. Щедрого предложения. Самые разные люди встали на нашу сторону. Они жаждут бороться с несправедливостью. Лидера лучшего, чем ты, им не сыскать. Наш дом в щепки разлетится. Не знаю, что это было. Даже два задания мы выполнили. Вот это да. Ай да мы. Помощник. Понимаю, до победы еще далеко, но все твои старания уже дают плоды. Каждый день к сопротивлению присоединяется столько людей, что я уже сбился со счета. Верь, скоро мы освободим Хадсон и остановим Иоанна Сида. Так, нам нужно поговорить еще. Жители Фолсенда говорят, у одного двинутого конспиролога ранчо под завязку забито взрывчаткой. Сопротивлению она бы не помешала. Так. И посмотрим, что мы можем взять. Я справлю. Что мы можем взять? Нам бы еще какой-нибудь магазинчик бы найти. Прощальная записка. Если вы это читаете, нас уже нет. Свиноферма Вудсонов официально закрыта. Нам искренне жаль, но попытки Иоанна Сида захватить нашу землю и его многочисленные угрозы не оставили нам другого выбора. Много поколений наша семья трудилась на благо этой великой страны, и мы от всего сердца благодарим вас за поддержку. Но в конечном счете для нас важнее всего безопасность нашей семьи. С любовью, Вудсоны. С любовью, Вудсоны. Так. Так. Ну и здесь больше я ничего не вижу. Сейчас мы посмотрим какое-нибудь ближайшее задание. Ближайшее к нам задание. Мы все, что у нас есть. Либо мы сражаемся, либо дохнем. Так, я слышал... Кто-то стрелял, что ли? Или мне показалось? Прям такой звук? Прикрой меня! Как будто пули. Идите проверь! Он только что был там! Пули свистели мимо ушей. Вижу Эдемчика. Надеюсь, это охотник. Ну, двое, ладно. Двое так двое. Это немного. Главное, чтобы больше их не было. Ладно, посмотрим. Какие задания у нас есть поблизости? Выбираем задание вдоводел все-таки. Все-таки мы его сделаем. Как раз... Пойду туда. Оно совсем недалеко. Всего 400 метров. Нам нужно освободить грузовик и доставить его... нашим сопротивленцам. Помощник, слушай. Вдоводел стоит в элеваторе. Ты наверняка наткнешься там на эдемщиков. Будь осторожней. Машинка. То, что нужно. Атакую сверху. Выходим. Вижу эдемщика. Ух ты! Атакую! Прикрой меня! Обнаружил цель! Я не понимаю вообще, откуда они берутся.
Ну вот, кстати, вон ту бы башенку я взорвал бы. К бою готов. А-а-а, я думаю, откуда месяц? Черт возьми, меня тут рвут на куски! Подавитесь, твари! Все горит. Поддержка с воздуха готова. Проблемы. Патронов нет. Так, ну что, мы там дымимся? Не дымимся? Атакую. Вот тебя-то там только не хватало. И с патронами у нас не очень все хорошо. Ну, что там у тебя? А это все потому, что не стоит стрелять в самолеты. Должно быть, у меня есть ангел-хранитель. Как тихо-то стало сразу. Посмотрим, может быть, там что-то есть. Может быть, какие-то патроны мы найдем. Ладно, пойдем доберемся уже до элеватора. Осталось тут всего ничего. Сейчас главное аккуратненько это все сделать. Меняю позицию. Осторожно, там противник. Понял, выступаю. А мы тем временем посмотрим, кто у нас здесь есть еще. Так. Ну, вроде их не сильно много здесь. Поэтому я надеюсь, что у нас хватит патронов. Я иду искать! Ах. Пойду туда. И похоже, там есть какой-то тайник еще у нас. Да, пусть напарник нам поможет немножко.
Впереди их тут! Потому что у меня патронов совсем мало. Отлично. Отлично. Нужен ключ. Закрыто. Нужен ключ, закрыто. Да. Что это такое? Не ключ ли это? Записка сопротивления. Если меня читают эдемщики, знайте, вы у меня на мушке. Если вы из сопротивления, приходите к элеватору, буду ждать вас внутри. У меня крутые игрушки, которые можно использовать против сектантов. Только смотрите под ноги по дороге сюда. Мои маленькие друзья не любят, когда их беспокоит. Осиное гнездо, тайник выживальщиков. Так, посмотрим, что здесь у нас. Записка сектанта. Мы должны захватить это место, но нам противостоит какой-то грешник со снайперской винтовкой. Будьте осторожны. Вероятно, речь идет о нас. Ну а нам сейчас, наверное, нужно найти ключ. Найти ключ, либо найти какой-то альтернативный проход сюда. Проберитесь на склад. Соберись. Давай. Вот отлично, и боеприпасы буду. Появились. Закрыто, нужен ключ. Ключ... Возможно, у VIP-сектанта. Пойдем попробуем его обыскать. Но не факт. Может, там уже нет его, этого сектанта. А вот и ключ. Отлично. Тут какая-то аптечка. Отлично. Это нам все пригодится. Вот. Все прекрасно. Раздобыли патронов. Слышал, кто-то из снайперов обосновался здесь. Раздобыли патронов. Деньги нам пригодятся. Нам нужно в целости и сохранности проехать 9 заграждений. Ну ладно, поехали. Давайте пробовать. Давайте пробовать. Надеюсь, что все будет нормально. Кто-то угнал вдоводел. Перекройте дороги на Фолсенд. Не упустите его. Ух ты. Да подожди, еще не вернул. Встречай их как следует. Папа поставил на него орудие. Не стесняйся, помощник, стреляй. А как стрелять? Пиздец, я не понял, как целиться. Ну ладно. Ну что же, поехали. Будем прорываться. Кто-то угнал вдоводел. Перекройте дороги на Фолсенд. Или она как-то автоматом стреляет. Обалдеть! Получилось!
Я не понимаю, как управлять пушкой. Ой, ай, ай, ой. А, то есть пушка, она иногда заклинивает, я так понимаю. Не уверен, что это так, но... То есть она, наверное, имеет свойство перегреваться как-то. А почему я покидаю область задания? Я же еду, все правильно. Почему? Вы покинули район задания. Как покинул? Я же ехал по стрелке. Прикрой меня! Кто-то угнал вдоводел. Перекройте дороги на Фолсенд. Не упустите его. Три заграждения мы уже проехали, это хорошо. 30% сделано. Аривидерчи, сука! Итак, внизу! Ой, блядь! Чё-то как-то я не так поехал. Ну ладно, вроде все нормально. Так, ну 6 проехали. Проехали. Враг внизу. Я ж надеюсь, мы правильно едем, потому что в прошлый раз там как-то стрелочка показала не так. Вертолеты. Ой, блядь. Но оставалось-то всего ничего. Природы и плохие для рыбаков. Отдел охраны рыбных ресурсов и диких животных позаботится так, о вымирающих белых осетрах. За их ловлю теперь подождем. Полагается штраф. Оставьте осетров напарника в покое. А если поймаете, отпустите. Возможно, он нам поможет в дороге. А то что мы там проходим уже? Третий раз никак пройти не можем. Искать припасы на заправку. Не жалей, говнюков. Сигналь после каждого успешного тарана. Хоть порадуешь. Thank you.
Блять! Ладно, остаются три точки. Пробуем прорываться. Пока все нормально. Хорошо, не прошли. Да, все отлично. Еще одна точечка. Ой-ой-ой. Папа был бы в восторге от того, как ты управляешься с грузовиком. Так, теперь... Верни его домой, Фолсен. Куда ехать? Верни домой. Так, и куда нам ехать? 700 метров. 700 метров. А вот у нас появилась стрелка. Так сказать, навигатор. По которой мы и поедем. Главное не обращать ни на кого внимания по дороге. А, нет, нам прямо. Отлично, все, едем. Сопротивление зародилось, пол состоит. Так, теперь нам нужно как-то... Припаркуйте. Все? Припаркуйте, водоводил. В моей жизни было столько придурков, что приходится рассчитывать только на себя. Но мы же припарковали, да? Все нормально? Думала, больше не увижу. Мы должны защитить Фолсен. Пойдем, наверное, поговорим. Ради этого мы пойдем на все. Чтоб меня, глазам своим не верю. Отцовский грузовик возвращается домой, прямо как в детстве. Я всегда стояла на этом самом месте и махала ему рукой. Тебе хватает твердости, чтобы им управлять. И что важнее, у тебя есть сердце. Отцу бы это понравилось. Если вдоводел тебе понадобится, бери, не стесняйся. А я пока буду держать нос по ветру. Если узнаю что-то интересное, сообщу. Еще раз спасибо. Так, ну что же, на этом все. Увидимся в следующих прохождениях. Всем привет. Пока.